Олег, привет. Смотри, по вот этой перемычке, которую надо будет приварить, ну там дальше ближе, я не знаю. Болты восьмерка, вот эти крайние подберешь болты, возьмешь шаровый, вот так поставишь, выберешь длину нужную болта. Вот. Сейчас его заворачиваю. Я не знаю, сегодня тебе его отправить. Очередная передняя балка на мини-трактор готова и отправляется, друзья, в город Пензу. Узел качения на шаровых переднеприводного авто. Он не вварен, так как я не знаю, где она будет стоять. У меня нет рамы, нет размеров. Дальше, ближе, человек сам приварит. Сейчас заворачиваю в пленку и отправляю транспортной компанией. Как-то так. Так, балка готова. Все почищено, но чуть-чуть залапано. Даже видно, как металл грелся. До того чистый. Под мотоблочные колеса колея будет шире. Я ее делал под оковские колеса, колея будет 70, ну, по крайней мере, должна быть, у меня их нет, но рассчитал, якобы, если поставить оковские, колея 70. Мотоблочные, понятное дело, шире. Если делать колею 70 под мотоблочные колеса, то на оковских колесах она будет еще уже, чем 70, то есть не совсем камильфо. Пускай, на мой взгляд, пускай лучше на мотоблочных будет чуть шире, но не дальше, чем оковская и край колеса, да, потому что вылет у них разный. Короче, сделал на свое усмотрение. Там все замечательно, регулировочка будет присутствовать, хотя она нафиг не нужна, ну оставил. Сейчас изготавливаю узел. Вот этот качение буду делать для шаровых девяточных, не шестерочных, которые на три болта, а девяточные. Вот сделаю вот этот узел, он будет, скорее всего, где-то сантиметров 20, может 25 длиной, по краю, как называется, центрам, да, шаровых чуть уже, понятное дело, он больше не нужен, у меня вообще он там еще меньше, там по 17 или 16 сантиметров. Но тем не менее, сразу сделаю запасик. Ну и вваривать ее тоже не буду. Я последние балки, которые отправляю, я его изготавливаю, делаю крепления под шаровые. Шаровые тоже ставить не буду. Это можно купить в любом магазине, взять на любой разборке. У меня их просто нет. Я сделаю крепление, только прикрутить и все. И сам узел. Потому что наугад этот узел я вваривать тоже не могу и не буду. Без рамы неизвестно, куда ее сдвигать. Дальше, ближе, туда-сюда, по вышине. Он может и не подойти. Может быть, придется делать ее повыше. Может быть, захочет кто-то сделать на крестовине, да, на какой-нибудь там мазовской, камазовской. Может быть, кто-то захочет сделать на шкворне. Это уже индивидуальная штука, которую наугад, ну, я не делаю. Я его изготовлю так же, как и последние балки, вот так вот хомутами пристегиваю, ну, чтобы он никуда не вывалился, и поедет. Это любой человек может сам взять его и приварить. Ну, понятное дело, сначала на раму сделать крепление, потом подкатить балку на колесах, выставить ее там куда надо и приварить. Я изготовлю, но варивать я не буду. Так же, как я и не ввариваю вот эти сошки на передние ведущие мосты. Никому еще не вварил, потому что наугад я их тоже не ввариваю. Я не знаю, где находится, кстати, точки вот этой третьей нету. Я ее, ну, куда крепится тяга. Это тоже индивидуальная штука. Все зависит от расположения редуктора. Он может быть как спереди, так и сзади, как слева, так и справа. Это уже тоже. Вот эту точку нужно еще найти. Когда все будет установлено, эту точку нужно будет найти. И тогда варить третью точку, которая будет идти тяга на редуктор.
Вот, как-то так. Она к укорачиванию и изготовлению балки никакой роли не играет. Все. Так, ну еще одна передняя балка готова. Втулочка вот тут, кстати, пристегнута, друзья. Так, чтобы не потерялась. Это узел не приварен, потому что, ну, я их не привариваю. Все делается по месту. Я не знаю, ширину рамы, вышину рамы, где находится рулевое, как все расположено. Может, она и не подойдет сюда. Может, здесь будет какая-то крестовина, может, какой-то палец, да, там, я не знаю. В общем, узел качения, он остается. Я сделал подшаровые. Если нужно, человек сам приварит там, где нужно. То есть подвинуть влево, вправо, выше, ниже. Это все по месту, когда уже будет рама на мази. Ну, колеса поставлены, соответственно. Вот. Как-то так. Кстати, тоже отправляются в город Пензу. Вот чуть раньше человек, наверное, получил, уже гоняет, пашет вовсю. А это вот очередная. Еще будет точно такая же. Это подоковские колеса. Просверлено, нарезано. И размер подоковские колеса на колею 70. Вот, как-то так все. Сейчас заворачиваю и отправляю с этими посылками. И там еще шкивок надо завернуть. И большинство уже, друзья, получило. Кстати, кто получил, там шкивы, барабаны, звезды, ну, отпишитесь нам в комментариях. Вот, потому что, ну, чтобы люди не волновались. Все получают свое. Еще ни один без своего заказа не остался. Вот, как-то так. Вот тоже люди прислали. Здесь, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, я уже не помню всех. Буду смотреть, конечно, по тетради, все записаны. Здесь, по-моему, два барабана, здесь четыре барабана. Вот их надо проточить и обратно отправить.